Ну, Султанович спросил Клинтона, ну как, трудно тебе? В городе было темно, а заправка всегда освещалась. Да, да. У Раймбека там была какая-то заправочная станция, он был нефтеперерабочик. У меня было СТО, я был производитель машин и так далее. Вот, на нас посматривали Ford, General Motors, кто такие, почему не знаем. Это говорит, что? Еще у нас крепче морозы, не только шляпы, вот человека могут унести. А вы не знаете, какие комары здесь летом будут? Это будет живой разговор, обмен воспоминаниями, любопытный эпизод, о которых вы узнаете, только посмотрев эту программу.